Этот светлый, уютный зал
после капитального ремонта примет еще больше мальчишек и девчонок для занятий спортом. И мы надеемся, что наши спортсмены будут показывать хорошие результаты не только на областном, но и на республиканском уровне. Мы взрослая часть населения, а именно участники сегодняшней спартакиады, смогут по достоинству оценить созданные условия и, возможно, приложить усилия к тому, чтобы во всех сельских округах и селах нашего района открывались подобные залы. Я поздравляю вас с открытием спартакиады, желаю новых побед и спортивных достижений. Пусть честной бескомпромиссной борьбе побеждают сильнейшие. Кроме обижения Ланхаун, созвезды трудолюжи Юрген Уркен, монахи Манапта, жил сайын өтетін спартакиады нашего момента Туртайман. Жана жерістер мен спорттық жетсістер деймін. Спасибо.
Могу увеличить даже шаг. Короче, заканчивайте, подбегайте.